Сильный шторм у берегов итальянского Палермо стал причиной кораблекрушения. Затонула 50-метровая роскошная яхта. Катастрофа произошла примерно в 600 метрах от берега. Один человек погиб, шестерых все еще ищет береговая охрана. Они были гражданами Великобритании, США и Канады. Непогода натворила дел и на суше. На этих кадрах видно, как внезапный порыв ветра вместе с дождем проносится по прибрежной улице. Сильная жара стала причиной пожара в туристической Турции. На борьбу с огнем пришлось привлечь около 300 сотрудников экстренных служб. В управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщили, что за последнюю неделю по всей стране было зарегистрировано более 130 пожаров. Аналогичная ситуация на испанской Мадейре. Из-за пожаров там закрыты несколько пешеходных маршрутов и зон отдыха. В районе Сьерра-де-Агуа после пожара начались оползни. Сотни людей были эвакуированы в целях предосторожности. В Венгрии аномальная жара чуть не уничтожила весь урожай. По всей стране объявлен третий уровень опасности. Засуха нанесла серьезный ущерб полям кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Фермеры бьют тревогу. Засохшие территории с мертвыми растениями увеличиваются каждую неделю. Экономисты уже подсчитали, что ущерб от жары только кукурузным полям оценивается минимум в 600 миллионов евро. И даже если начнутся обильные дожди, это уже ничего не изменит. Растения не получили влаги в период цветения и формирования семян.